Привет, мой друг. Как твои дела? С тобой снова Дава Дым. И сегодня мы находимся также в магазине Hooka Pro Shop, город Алма-Ата, по адресу Гоголя 20. И сегодня, как ты уже, наверное, успел заметить, непонятные вещи, которые стоят у меня на столе, называются Candy Smoke. Немного общей информации про данный продукт, а потом уже потихонечку, поэтапно расскажу, что к чему, зачем и как вообще. Как заявляет производитель, аж от чего мне становится очень смешно, хит 2020 года – это то, что повысит твои продажи, это то, что сделает твою кальянную успешной. На этих мундштуках ты можешь поднять больше, чем на продаже чего-либо. Это сладкие мундштуки – Candy Smoke. Выглядят они примерно вот так вот. Я покажу вот сюда и покажу вот сюда. Это вот такие вот пакетики. В наличии есть в данный момент 5 вкусов. Давайте мы, собственно, попробуем их разобрать. Я сразу предупрежу тебя, что я это не пробовал. Я это еще не знаю, что такое. У меня есть кальян, который на данный момент начинает потихонечку перегреваться. Первый вкус – вишневая кола. Вот так вот она выглядит. Второй вкус – лимонад крем-сода, что напомнит тебе о детстве. А третий вкус – ледяной виноград. Четвертый вкус – bubblegum. И пятый, последний вкус – это у нас кислые ягоды. Вот такой вот продукт сейчас гуляет по рынку. Скажу так, что довольно-таки заразный маркетинг, они добавляются абсолютно ко всем, кто связан с нашей культурой. Они донимают абсолютно все кальянные, предлагая свою продукцию. И сегодня я здесь для того, чтобы тебе примерно объяснить, стоит ли покупать эту вещь к себе в кальянную. Какие есть у данного продукта плюсы, какие есть у данного продукта минусы. Ты приходишь в кальянную, и тебе говорят: здравствуйте, что вы будете курить? Тудум, тудум. А вот у нас появилась новинка под названием Candy Smoke. Это сладкий мундштук, благодаря которому вы можете лучше и ярче чувствовать вкус. И самое главное, получать от этого максимальное удовольствие. Гость такой: окей, давайте попробуем, какие у вас вкусы есть. Здравствуйте. Меня зовут Дава, и я сегодня ваш кальянчик. Что мы будем курить? Ну, давай что-нибудь сладкое, свежее. Все, сейчас сделаем. Так, пожалуйста, ваш кальян. Я бы хотел вам предложить еще новиночку 2020 года. Это просто революция. Это просто супер технологии. Я вас уверяю, больше такого в жизни нигде не пробовали. Вам показать? Давай, да, попробуем. Это новиночка, разработка лучших мастеров. Продукт Candy Smoke. Это сладкий мундштук. Круто. Давай. И вам показать, как он работает? Вы берете, открываете его одним движением. Ой, простите. Далее вот так вот достаете. Это сладкий. Здесь есть карамелечка и очень качественный пищевой пластик. Вы вот так вот его засовываете. Не бойтесь, что у вас руки могут быть в говне, и вы только что подрочили какой-то шлюхи на улице. Без разницы. И вот так вот пробуете. Главное, мочить, чтобы слюнки текли. Будет вкус кардинально меняться вашего кальяна. Стоимость 100 рублей. Угу. Пробуйте. Давай. Все, отличненько, пожалуйста. Это были мои слюни. И благодаря сладким мундштукам Candy Smoke я могу мстить людям, чтобы они пробовали мои слюни, которые на меня не подписаны и не поставили лайк этому видео. Там называют 5 вкусов, и он такой: а давай попробуем bubblegum. Тебе приносят вот такую вот штучку. Ты, соответственно, вот так вот открываешь. Самое прекрасное, что открывается это все беспроблемно, и по дизайну, и по упаковке тоже проблем нет. Ты открываешь. Выглядит это все вот так. Вставляешь своими грязными пальцами, да, потому что, ну, по-другому невозможно вставить. Конечно, можно было схитрить, да, и взять и вставить вот так,
Но только лишь Бог знает, где этот чертов пакетик валялся. И ты такой приступаешь: ну-ка, сейчас я это взорву. Наслажусь ли я этим дичайшим вкусом? Ну, как вам сказать? Это, сразу говорю, неудобно. Как будто ты засовываешь в рот опухшую залупу карлика. Идет максимальное выделение слюны, что не есть хорошо. Я объясню почему. Эта слюна, когда ты обсасываешь этот мундштук, попадает в шланг. Другое дело, если бы ты курил бы этот кальян один, но обычно в кальянную ты приходишь в компанию. И такие мундштуки обычно будут очень популярны в таких сетях заведений, как Мята и прочее, где есть максимальная попса. То есть люди просто скапливаются толпами и хавают то, что им предлагает заведение, даже не раздумывая. У тебя слюни липкие. Слюна выделяется просто как конская сперма. И ты такой куришь. И тут в какой-то момент ты понимаешь, что нахуя мне курить, если я могу просто сосать. Примерно такую-то картину. Примерно такую-то картину будешь наблюдать в кальянах. Представь, ты сидишь, смотришь так по сторонам. И все курят кальян вот так. Что не очень, наверное, приятно лицезреть. По вкусу... Так, стоп. Примерно вы поняли, как это работает, да? Давайте мы будем это все складывать вот сюда. И давайте уже как-то адекватно все это расценивать. Никакого хейта, только лишь какое-то мое... максимально нейтральное мнение по данному продукту. Во-первых, кто это придумал? Придумал это какой-то ставочник, который явно решил наебать еще и всех остальных. То, что называется инновационным прорывом, революцией и хитом в 2020 году, было придумано еще в 2015 году. Такие мундштуки уже приносили. И тогда они получили просто огромную дозу хейта, что и, в принципе, сейчас они получают тоже огромнейшую дозу хейта. А с чем этот хейт связан? С тем, что это полнейшая залупа, это, блядь, бычья залупа, и это полная хуета. Почему она хуета, я попробую тебе примерно расписать. Первое. Она, во-первых, нихуя не вкусная. То есть, понимаешь, если бы можно было, на то уже пошло вот эту вещь, использовать как простой леденец, то она не очень вкусная. Во-вторых, максимально уебанский пластиковый мундштук. То есть цена этого мундштуку, наверное, 5 копеек в закупе от 100 штук. Не сама сладкая тема, да, а сама именно пластиковая. И я не уверен, что он сделан из хорошего пищевого пластика, который имеет какие-то стандарты, а скорее всего просто какая-то китайская паль. Что касается самой насадки сладкой, к ней вопросов нет. Скорее всего, ее делают на какой-то конфетной фабрике, карамельной фабрике, да, и к ним вообще претензий нет. Но единственное, что вкус говно. Второй минус, который здесь у нас будет, это большой поток слюней внутрь шланга. Я сейчас сделал пару затяжек, немного подсосав, я понимаю, что... по огранке у меня начинает слюна затекать туда. И представьте, да, особенно это касается заведений. Скажите своим кальянщикам: а, ребят, вы хотите пробовать чужие слюни? Если они скажут: да, мы конченые задроты, и мы с удовольствием будем пробовать слюну гостей, то обязательно закупайте этот продукт. Если же они скажут, что мы себя уважаем, и мы не будем пробовать слюни гостей, то этот продукт в вашу кальянную не подойдет. Также есть из минусов в том, что, как пишет производитель на его сайте, о том, что продукт повышает вкус кальяна и все такое, то это полнейшая ложь. Никакой вкус кальяна он не повышает, а наоборот, забивает ваши рецепторы, и уже сам именно привкус табака вы уже так сильно не будете чувствовать.
А что касается других вкусов, давайте мы тоже сейчас пооткроем, просто пообсасываем. Да, ну вот реально, вот чисто логически, открывашка у нас сверху, мундштук лежит кверху. А максимум ты его не можешь выкинуть, то есть скинуть, потому что карамелька прилипает к упаковке. Ты, соответственно, грязными руками полезешь все это доставать. Далее, ты этими грязными руками, другое дело, если ты трогаешь пластик, но ты трогаешь пищевую штучку, которая попадет тебе непременно в рот. Да, как я и говорил, обратите внимание вот на эту вещь. Это абсолютно два разных мундштука. Вот это дешмань полнейшая, вот это уже более потолще пластик. Ты вот так вот одеваешь и начинаешь все это курить. Ужасно. Полнейшее говно. Кислые ягоды, они горчат. У них прям есть реально привкус какой-то горечи. А что касается такого вкуса, как вишневая кола, давайте тоже попробуем. Здесь мундштук лежит вообще вверх ногами, как в принципе и должен лежать. Ты открыл и его достал. И тут мы видим, что на мундштуке у нас есть волос. Я попробую показать его вот в эту камеру. Да, о чем говорить. Да, я просто еще хуже разочарован. Я думал, что попробую этот продукт уж не так сильно засрать в плане качества, да, но именно как идею хуевую, но... Я просто не знаю, вот тут, думаю, будет видно, но на мундштуке очень много волос, причем, что я открыл его перед вами. Ладно, давайте вот так попробуем. Вишня, прикольный вкус. Но то, что он в волосах и пластик в какой-то белой дрочи, тоже не есть хорошо. А ледяной виноград. Здесь у нас даже нет отрывной линии. Проеб производителя, что даже не сделали отрывную ленту, хотя на всех вкусах была, а на этой, увы, нету. Так, открываем наш следующий вкус. И что мы видим здесь? А, пипетка имеет максимальную деформацию, и она максимально кривая. И, в принципе, она хуево садится на сам мундштук. Вот так вот более-менее, но... Факт того, что вас просто пытаются всех обмануть, блядь. Всех, кто взял франшизу, вам просто впаривают дичайшую хуйню. Цвет прикольный. Ментол и горечь. Ментол и горечь. И идем, наверное, к какому вкусу, который я больше всего хотел попробовать. Это лимонад крем-сода. Здесь мы тоже видим хуевую спайку. А, нет отрывной линии. А, нет, была. Была просто маленькая. И что мы видим здесь? Здесь, как говорится, тоже без сюрприза не обошлось. А этому мундштуку реально хуево. Ему очень плохо, и он явно не рад, что вообще его достали. То есть максимально кривое и неудобное отверстие. Да, ну я не знаю, вот кривое весь. Крем-сода, вкус прикольный. А, у меня все липкое, но не суть. Давайте теперь попробуем все это разбирать. Да. Короче, подводим итоги. Подводим итоги. Данный продукт имеет очень хороший маркетинг и хорошо рекламируется. И, собственно, кто купил франшизу, их можно насчитывать, наверное, от 100 человек и выше. В разных городах, в разных странах будут везде впихивать данный продукт в разные кальянные, в разные бары, где вообще ставятся кальянные. А по 5 вкусам, которые есть, все дерьмо, абсолютно все невкусные, все непонятные. А кроме, конечно же, крем-соды. Крем-сода получилась прикольная.
А что касается практичности, то это максимально непрактично, как в нормах санитарии, так, скорее всего, в нормах этических, да? А, потому что сосать мундштук и курить – это две абсолютно противоположные вещи. Но если вы любите пососать, то, пожалуйста, развивайте свои способности благодаря мундштукам Candy Smoke. Дядь, крем-сода охуенная. А что касается технических моментов производственных, то упаковка ужасная. Она ужасно сделанная, на многих нету отрывных линий, и они все максимально кривые. Также меня очень волнует этот момент, почему здесь такой дешевый пластик. Просто вообще уёбски. Говорит ли это о том, что это конченый продукт? Да, это реально конченый продукт. Я надеюсь, что никогда в жизни не попаду в кальянную, где мне предложат данное дерьмо. Ну и, наверное, на этом все. Это Candy Smoke, ребятки. Кто любит пососать, welcome. А это был Дава Дым, кальянная Хука Про Шоп, город Алма-Ата. Всем пока-пока.